бункерный старенький дедушка разозлился из-за Керченского моста. И после того, как переговорил с Патрушевым, совместно решили испортить жизнь мирным украинцам. Одномоментно запустили около 50 ракет по мирным жителям Киева. Начали делать дырки в земле на детских площадках, дворах, площадях. Это и есть геноцид народа Украины. Неужели настолько беспомощен и бесчеловечен этот маразматик? Оставьте свое мнение в комментариях. Ставьте лайки и пишите комментарии, чтобы YouTube рекомендовал это видео другим пользователям.